Украина сегодня возобновила поставки электроэнергии в Крым. Но, как сообщили в российском Минэнерго, электричество поступает всего по одной линии из четырех. Переток составляет чуть более 100 мегаватт. Для сравнения, по первой нитке энергомоста из Краснодарского края, который заработал 2 декабря, полуостров получает в 2 с лишним раза больше. Остальная энергия генерируется за счет мощности самого Крыма. В том числе и мобильными генераторами. От них сотрудники МЧС запитали около 200 так называемых световых башен. Вечером на улицах стало намного комфортнее. С введением в скором времени 2-й нитки энергомоста необходимость в поставках из соседнего государства отпадет. Кстати, сейчас подачу электричества украинские власти начали только после того, как получили добро от националистов, подорвавших опоры ЛЭП на пути к полуострову. Причем стало известно, что среди радикалов возник раскол. Часть из них настаивает на продолжении энергоблокады.